Друзья, здравия! С вами Шевченко Александр и видео от Академии Счастья. Сегодня у нас тема «Достаточно ли ты знаешь самого себя?». Потому что многие люди, они на самом деле вроде бы понимают, кто они такие. То есть считают себя там, ну не знаю, именем по крайней мере. Меня зовут там Саша, Вася, Петя по профессии. Там я, например, там строитель, я курьер, я официант, бизнесмен там и тому подобное. То есть очень много есть ярлыков, но на самом деле знать себя, в моем понимании, это когда ты понимаешь, кто ты есть на самом деле. То есть действительно свое внутреннее видение, оно включается, когда начинаешь задавать себе вопрос, а кто я? И тогда начинают отпадать все вот эти ярлыки, все навешанное обществом, все вещи, которые человек не осознал на своем собственном опыте, а что просто было ему дано. Вот вы задумывались, почему имя дают там, например, ребенку, когда он только рождается? Для чего это все надо? Почему, например, уже ребенок в каком-то более взрослом, осознанном возрасте не выбирает сам себе, как его называть? А ведь это было бы здорово. Или, например, такие имена классные, там, дающий свет или несущий добро. Вот как важно это все. Или почему людей там призывают учитесь там в школе, в университете, потом идите работайте, да, то есть нету таких курсов, да, то есть, которые бы в школе учили, как узнать себя, как понять, чего ты хочешь, что делать такого в жизни, чтобы это приносило тебе радость и людям радость, и всей вселенной радость. Вот о чем я говорю. И если сделать такую технологию, ввести такую технологию обучения, где человек будет понимать, что ему делать, кто он такой, как ему идти по жизни, вот это будет действительно здорово. И вот я, создатель Академии Счастья, я создал ее для того, чтобы каждый человек мог действительно понять себя, понять, ответить на вопрос, кто он, кто я, и понять, как ему взаимодействовать с другими людьми, со Вселенной. То есть включается совесть, просыпается состояние знания. Вот о чем я говорю. И когда это происходит, человек начинает действовать совершенно иначе. То есть действует так, что ему жить становится радостно, и он делает те вещи, которые подсказывают ему его высшее «Я». Поэтому, друзья, я предлагаю вам задать себе вопрос, кто я, провести такой себе процесс, и когда вы действительно придете к озарению, к пониманию жизни, когда вы действительно поймете, кто вы, тогда у вас начнет меняться жизнь, и вы станете, ну, скажем так, на порядок выше начнете осознавать себя и все, что происходит с вами. И тогда изменится ваша жизнь и изменится жизнь вашего ближайшего окружения, потому что вы его создаете своими намерениями. Когда проведете процесс, напишите в комментариях, что у вас получилось. Даже если что-то не получится, все равно напишите. Напишите мне запрос, я смогу вам помочь. Так что вам всего самого наилучшего и познания себя. Если видео понравилось, то поставьте там отметку «нравится», палец вверх и подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы видеть новые видео. И до скорой встречи, друзья!